Гуркіт вибухів, черги за гуманітаркою та очікування зимових холодів. Жителі окупованих міст із жахом дивляться у майбутнє. Ми зв'язалися з ними телефоном, і ось що вони розповіли. Бой. Живем под грохот по-прежнему, и все убивают, здесь и жить нет, что здесь нет денег. Те, кто могут, те простаивают в очередями за гуманитарной помощью. Там крупы, там консервы, там сахар, чай, свечка, набор спичек. Дают талончик, ровно через 2 недели можно являться за следующим. Происходит какая-то ротация вот этих вот сепаратистов, террористов в пределах города. С явно российским акцентом появился батальон, который предъявил претензии на город и сказал, что предыдущие так называемые террористы, они из себя ничего не представляют, потому что являются банальными дармоедами. Отжим машин, наезд на предпринимателей. Сейчас можно встретить вооруженного человека в магазине. На улице вооруженные люди от 5 до 10 человек подъезжают на машинах к банкомату, снимают деньги, ну я как понимаю, зарплату себе снимают. Я не знаю, как встречать зиму. Зима идет, и с какими деньгами мы в нее войдем, не знаю. Лично я больше никогда ни на какие референдумы в жизни не пойду.